тут было? Ну, это Донецкая облгосадминистрация. Здесь все, собственно говоря, начиналось восстание. Вот эта территория вся была перекрыта, здесь куча народу было, палатки стояли. Ну, поразбирали немножечко плитку. Ну, это как бы... Ну, эта плитка была орудием борьбы, да? Да, то есть как самооборона была. Ага. Вот. С перегаром не пускали сюда. То есть, ну, стояли люди, которые контролировали весь этот процесс. Ага. Вот. Ну, постоянно лозунги здесь, постоянно музыка патриотическая и донецкая, наша краевая музыка, и российская музыка. Очень много было, ну, то есть патриотическая вся. Ну, это... Вот, истоки, ну, вот здесь начиналось все, да? Да, все отсюда начиналось, все здесь было. Так, конечно, быстро народ поднялся, и слава богу, что поднялся, потому что если бы не поднялся, было бы страшно. Да. Пойдемте туда. Да, я... Орудие пролетариата, да, булыжники? Конечно, восстанавливается город. По чуть-чуть. Ну, дай бог, чтобы перестали бомбить. Я думаю, заживем, скажем так. Ну, пока не предвидится. Чтобы... Ну, пока да. Ну, как, обещаний как бы много кто что говорит по поводу того, что будет дальше. Большие надежды. Конечно, есть. Ну, и вроде как обещают. Ну, знаешь, обещают. Я сколько увидела людей, вот реально, люди, вот 100% победа, все будет у нас замечательно, да, все хорошо. Вот эта надежда, это просто вот однозначно, по-другому не будет. В любом случае, на своей земле, как вот нам пришли, они будут кому-то. Да. Другое дело, если бы мы в Киев пришли, это уже другое дело. А так, вот это что? Где? Вот. За этим сейчас никто не следит. Тут цветы кто-то кому-то погибшему, да? Да. Съемки запрещены. Да? Все, выключаем.